То есть, были к женщинам даже такие мнения. Нам вчера подарили перепелку, и она вчера снесла у нас яичко, прям в коробке. Поэтому у нее передник был самый дорогой, и ее было можно отличить по переднику оттуда. Вологодские, вот это все вологодские костюмы. Это все ручная работа, вплоть до ткани, да? Да. Это покупная, а вышивка сама ткань. Все вышивка, кружево, да. Сколько уходит на работу одной куклы? Одна кукла, ну, дня 3. 3 дня, от начала до конца. Стоимость, ну, до 1000. Вот это, да, 1000 рублей.